Сегодня белорусский суд приговорил россиянку Софью Сапегу к 6 годам колонии общего режима. Девушка была задержана в мае 2021 года в Минске вместе с бывшим главредом оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Романом Протасевичем. Задержание пары достойно отдельного внимания. Софья и Роман летели из Афин в Вильнюс, но их лайнер экстренно посадили в Минске из-за сообщения о минировании. По данным СМИ, борт развернули у границ с Литвой по личному указу Лукашенко. Сразу после задержания появилось это видео с Протасевичем. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношения со стороны сотрудников ко мне максимально корректные и по закону. В итоге гражданку России обвинили по целую ряду статей, в числе которых разжигание социальной вражды. Сапега сотрудничала со следствием и почти год пробыла под домашним арестом. Девушка написала прошение о помиловании на имя Лукашенко и все-таки получила реальный срок. СПЧ не исключили, что Софью отбывать наказание могут передать в Россию. Ее другу, гражданину Белоруссии Роману Протасевичу, приговор на данный момент еще не вынесен.